Беларуси вновь пройдет гонка легенд. В предстоящие выходные Центр олимпийской подготовки Раубичи во второй раз примет соревнования самых титулованных биатлонистов планеты прошлых лет. В Беларусь приедут обладатели 6 больших хрустальных глобусов, 27 золотых медалей Олимпийских игр и 85 званий чемпионов мира. Среди звездных имен Свен Фишер, Рикка Гросс, Хальвард Ханневольд, Лив Гретте Пуаре. Из белорусских спортсменов Елена Зубрилова, Александр Попов, Сергей Новиков, Алексей Айдаров. Пообщаться и сфотографироваться с легендарными биатлонистами можно будет на автограф-сессии. Организаторы праздника ожидают в этот день около 15 тысяч человек. Пришлось даже увеличить количество трибун и мест вдоль трассы. Идейный вдохновитель проекта Дарья Домрачева надеется, фестиваль станет регулярным спортивным событием. В прошлом году всю выручку от продажи билетов направили на строительство белорусского детского хосписа. В этом году добрая традиция продолжится. Поддержку получит Гомельская областная детская клиническая больница, где обслуживаются дети из чернобыльских районов. Отметим, соревнование примет обновленный комплекс Раубичи. Несколько лет назад тут прошла масштабная реконструкция. После первой гонки легенд и юниорского чемпионата мира по биатлону информация об уникальном спорткомплексе разлетелась по всему миру. Недавно стало известно, именно здесь готовится к новому сезону восьмикратный олимпийский чемпион Ули Эйнар Бьорндален.